Ох, друзья, всем привет. Я вернулся. Вот, но я отсутствовал просто. Я был в тюрьме. Вот, за драку меня повязали. Вот, с домовыми. Опять стычка происходила. Ворвались они мне в квартиру опять. Вот я полгодика просидел. Вот у меня я качался в тюрьме. Вот у меня мозоли от прокачки. Ну, то есть прокачка тела, имею в виду мускулов, как бы, вот. Там дело было следующим образом. Там, в общем, врываются два тела таких маленьких, низеньких. Вот так вот бегут такие. Вот, и то есть это... Ну, я начал их бить, вот так вот отбиваться. Вот, один меня схватил за ногу и начал заламывать, как бы, я говорю, стой, стой, сейчас сухожилие сломаешь, нога там отвалится потом. Вот, но они повалили меня, начали вот так вот долбить меня по земле. Вот, я достал нож одному по горлу, прям так чикнул, и все, в принципе. Потом менты приехали с понятыми, вот. Вот эту хуйню меня застегнули и увезли просто, блин. Вот так, в принципе, все нормально, вот. Ничего не изменилось за полгода, да, я думал, что-то произойдет ужасное. Ну, то есть на улицах, как бы, а тут все как по-прежнему осталось.